Время, проведенное в летнем пришкольном лагере, является запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Пришкольные лагеря работают над тем, чтобы сделать каникулы ребятишек интересными. Детский праздник был организован музыкальной школой Павлодара. Около 100 воспитанников лагеря «Сириус» выступили сегодня с отчетным концертом для руководителей музыкальной школы, родителей и одноклассников. «Сириус» – самая яркая звезда, но поскольку это звезда, и сейчас детей очень интересует тема космоса, мы разработали программу с командой педагогов, разработали программу, которая называется «Покорители галактики». Вот. И программа была очень интересная. Дети у нас каждый день путешествовали по разным планетам. Для ребят работала изо-студия «Парад планет», межгалактический театр «Досток», студия мультипликации «Ярче звезд», физкультурно-оздоровительный проект «Олимпийцы», хореографический проект «Космодэнс», вокально-хоровой проект «Зажигая звезды», серия познавательных квест-игр «Пятый элемент». Закрытие лагеря прошло не менее интереснее. Сегодня у нас отчетный концерт. Мы будем выступать, мы будем показывать все, что мы научились за эти две недели. Здесь было очень весело, я познакомилась с новыми людьми, узнала лучше педагогов. Мне здесь понравилось, и такого лагеря, я думаю, больше нигде нет. Всего около 300 детей посещают музыкальную школу. Есть барабанная, фортепианная, духовая и вокальная группы. Образовательный центр принимает детей с 6 лет. Евгения Мягченко, Аман Баймбет, Иртышак-Парад.